Проект прошел экспертизу, площадка под строительство выделена. Она находится на улице Ландышевой, где и раньше был детский лагерь «Ласточка». Насколько удобным это место будет для школьников, оценила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. К новому объекту, в частности, пока нет подъездных путей. Мы должны понять, что если мы школу построим, но у нас не будет решения уже конкретно по проезду. Участок выделенный под строительство сложный с точки зрения геологии. На противооползневые мероприятия будет затрачено от 20 до 30% бюджета. Общая стоимость около миллиарда рублей. Большую часть средств выделит Краснодарский край. Проект затратный, но необходимый для микрорайона Мамайка. Здесь живут 40 тысяч человек, а школы нет. На улице Виноградная есть лицей, но классы переполнены. Здесь планируется построить новый корпус на 450 мест. Это позволит значительно расширить пространство школы и возможности детей на дополнительное образование. У меня 16 начальных классов. 600 с лишним человек только обучали. Ну, то есть мы в эту не садим даже началку? Мы просчитали. Или садим началку в две смены? Мы можем открыть дополнительно. Вот сейчас мы набираем 4 класса в параллели. Так. Можем набрать 6. Угу. Еще плюс 2. В одну смену посадить или в две смены? Нет, 600 посадим 600 в одну смену. Решить проблему переполненных классов поможет недостроенное здание больницы на улице Пирогова. Оно находится в управлении руководства лицея. Однако проект вот уже 4 года не может пройти экспертизу. Вице-губернатор Анна Минькова поручила устранить недочеты и в кратчайшие сроки приступить к его реализации.